Продолжаем движение. 18 серия. Покинули Новосибирск. Движение по северному обходу. Эта серия не заключительная. Концовка серии будет без ускорения. Движение по Кемерово. Следующая серия будет одна, может быть, две. Это уже движение по городу в светлое время. Это Акинори заявляет о себе. Радар-детектор предупреждает. Движение по Кемерову, я уж сказал, будет без ускорения. Правая сторона. Железная дорога. Уважение кемеровчанам. С левой стороны река Пашенка. Двигаемся и по северному обходу Новосибирска. Жутких событий, которые произошли в городе. Видно слева и справа садовые товарищества. Слева голубые озера, с правой стороны полет 2, яблонька, с правой стороны, повторю, железная дорога и станция под названием Мочище. Северный обход Новосибирска. Конечно, Новосибирск лучше всего обходить от по объездной дороге. Это и быстрее, и даже, мне кажется, по времени, по расстоянию короче. С правой стороны река Прониха. С левой стороны река Подон тянется вдоль дороги. Ну, не очень далеко. С правой стороны населенный пункт Сокур. Сокур. Ну вот я слышу, как скрипит микрофон в Акиноре. Поэтому не знаю, буду ли размещать полное видео о Москва-Кемерово. Ну пока не знаю, подумаю.
Река с правой стороны Большая, так и называется. Река Большая. Но с правой стороны железная дорога, и вдоль нее вот вижу дома вот у поселка Сокор. С правой стороны вплотную к дороге приблизилась железная дорога. С левой стороны река Порос. Дорога Р-255, с правой стороны по ходу река Ора, река Родники, с левой стороны река Большая Пузыриха и река Грязнушка, ну это километров, наверное, 5 с левой стороны. Гористая местность. Прямо по ходу деревня Кошево. Интенсивность движения средняя. Условия движения вполне приемлемые. Напомню, что с правой стороны практически вплотную проходит железная дорога. И так будет практически до развилки. Это вблизи поселка Машково. Не знаю, это поселок или город, но по всей вероятности поселок городского типа. В видео Москва-Красноярск на привал остановимся возле, ну, проехав, ну, скажем так, вблизи Машково. Ну, а сейчас проезжаем этот участок в светлое время. С правой стороны река Березовка. Далеко слева населенный пункт Новый Порос.
Ну вот на развилке ушли влево в объезд Машкова. Железная дорога остается далеко справа. Не остается, а уходит вправо через Машкова. Кстати, видео, наверное, «Россия из окна поезда». Сейчас не могу припомнить, но что-то я о Машкова говорил. С левой стороны к Машкову подходит река Скороходиха. Можно было бы ехать через Машково, через центр. Там два пути есть. Но Машково решили объехать. Немножко заправились и продолжаем движение. Машкова справа, сзади уже объехали. С левой стороны Новомашковское поселение, поселок. С правой стороны в сторону уходит, вернее, мы уходим в сторону от железной дороги. За железной дорогой река Каменушка и река Балта или Болта. Дорожное полотно вполне приемлемое. Условия движения комфортные, и видимость, и все остальное. Общение с кем-то из дальнобойщиков на трассе. С правой стороны на разном удалении железная дорога. Станция Тасина, станция Новоалександровка. Далеко справа река Крутая. Ну, с левой стороны по-прежнему тянется река Горбуниха. С правой стороны станционно-Аяшинский поселок или станция на железной дороге. С правой стороны широкий яр и река
крутая, как я уже говорил. Участок болта. Вот населенный пункт надо. Деревенька. С левой стороны продолжает тянуться река Горбуниха. Ну, движение без осложнений, без приключений. Так, это у нас... Населенный пункт Воронова проехали. С левой стороны река Анюшка. Ну, с правой стороны проехали Санционно-Аяшинский. Еще дальше вправо населенный пункт Широкий Яр. С правой стороны деревня, по всей вероятности, ну, назову населенный пункт Болта, река Аяш и железнодорожная станция Кубова. С левой стороны река Бабушка. И деревня Радуга. С левой стороны деревня Аяш, река Бабушка. Это далеко. Мост через реку Аяш. Ну, далеко справа тянется железная дорога. Расстояние до Кемерово небольшое. С правой стороны Борлиха, деревенька. Кажется, достаешь этим своим сигналом. Далеко справа
Горн, поселок. С левой стороны Эстонка, деревенька, наверное. И с правой стороны река Чебула. Местность лесистая, но местами проплешины, поля. Далеко слева деревня Вознесенка. Да, нужно будет отключать на Акиноре все эти вспомогательные функции, на нервы давит. Хотя во время движения это как бы тонизирует. Далеко ни слева, ни справа ничего не видно. Я имею в виду населенные пункты. Но вот река Чебула с правой стороны. Еще дальше река зеленая. Скоро будет. Будем пересекать железную дорогу. Ну а то, что в Кемерово будем крутиться по городу, но это, знаете, страховой случай. Будем искать эту страховую компанию. И так, впереди слева переезд в сервисный центр дорогу. Мы потеряем деньги. Наверное, будет эстакада. С левой стороны деревня Егоровка, там же деревня Чахлова, с правой стороны деревня Киевка и мост через реку Северная. Так, ну переехали железную дорогу. Теперь она с левой стороны тянется вдоль трассы. Трасса, напомню, Р-255. С левой стороны станция
Егоровка, Киселевка, далеко слева река Павина, с правой стороны река Истанка, деревня Мануилова и река Лебяжья. Ну, с левой стороны станция впереди немножко, километров через 5. И с левой стороны будет Болотная, населенный пункт, река Болотная. Ну, достаточно крупный населенный пункт. Вижу улица, называется Московская. С правой стороны деревни Сабановка и Боротаевка. На расстоянии примерно 3-4 километра. Объезжаем Болотное, поселение, поселок, город, не знаю. Достаточно крупный. Ну, кроме улицы Московская, улица Титова, улица Высоцкого, улица Степная. Там же река Болотная. Какой-то диалог идет в салоне автомобиля. Сейчас не могу припомнить, о чем разговаривали. Так. Прошли Болотное, впереди мост через реку Березовка. Так, сообщение почитают. Вчера покатались по Москве немного, с юга на север, обратно, но решил это видео разместить, поскольку проезжали через центр, через Красную площадь, по Тверской. Ну, посмотрите, пробок практически нет. Ну, есть небольшие затруднения, незначительные. А так, движение было более-менее свободное. По Третьему транспортному кольцу проехали. На Москва-Сити посмотрите. Обрабатывалось видео 16 часов. Так, и значит, в связи с этим вот пришли сообщения. Сейчас прочитаю. Так, сообщение. Логин Алекс Эвич написал: «Ох, какой большой материал, спасибо огромное за литм вечером с бокалом вина. Надеюсь, успеет обработаться в 10.80». Ну, я снимал в качестве, по-моему,
35 мегабит в секунду. Очень высокое качество, но, как вы понимаете, YouTube его под себя подстраивает, и качество, конечно, не то, которое в реале. Так, Сергей из Мурова, из Мурома, логин. Вы действительно были на смотровой площадке у памятника Кириллу и Мефодию, и вид оттуда открывается на бухту Золотой Рог и мост, который ведет на другой берег этой бухты. Морвокзал и военный причал слева от него также находятся в этой бухте. Просто посмотрите на Яндекс.Картах и все увидите. Я там был в командировке в 2012-2014 годах. Есть фото и видео. Честно говоря, я не знаю название мест. Просто когда приезжал туда, меня возили на эти вот площадки. Ну, люди хотели поделиться тем, какое впечатление производит Владивосток на приезжающих. Я там бывал неоднократно. За последние годы, наверное, 3 или 4 раза. Ну а первый раз я был во Владивостоке в 1978 году. С тех пор, конечно, Владивосток изменился очень сильно. Я проживал не во Владивостоке, а в аэропорту Артема. Там аэропорт есть. Вот там, значит, проходил практику. Ну и там было проживание. Так, с правой стороны река Сосновка. С левой стороны Таскаева, Клиновка, Юргинский. Это, я думаю, поселки. С правой стороны Елфимова. Снова будет эстакаду через железную дорогу. С левой стороны Юрга-2. С правой стороны Юрга-2 нету. Так, впереди развилка, которая делает петлю и приведет вас в поселок, в город Юрга. Но в Юргу заезжать не будем. Пройдем ее объездом, потому что цель у нас Кемерово. С левой стороны начинает видно русло реки Томи. Ну, Юргу мы обошли. Но Томь на левой стороне по ходу движения. И приближаемся. Почему приближаемся? Ну, в общем, будет развилка. Это левый поворот. Это на Юргу. Ну, я рад, что рад, что люди смотрят, радуются тем видео, которое размещаю. Это мне тоже дает какую-то энергию, какую-то силу. То есть это интересно. С левой стороны старый Шалай, населенный пункт. У меня еще есть в планах проехать, как это называется, метро Центральное кольцо, что ли. Ну, в том году запустили. Есть намерение проехать, снять Москву из... Она по поверхности проходит, не в тоннеле. Просто снять Москву из окна вагона метро. Из вагона метро.
правой стороны тянется железная дорога, река Сосновка, деревня Правососновка. Ну, русло реки причудливое. Я, глядя вот по картинке, там есть место, где рыбаки смогут отвести душу. С правой стороны Логовой поселок, с левой стороны Большой Улус. Ни разу не был ни там, ни там. Да, вот это вот пиканье, оно достанет капитально. Для съемки видео эту функцию на Киноре надо будет отключать. Никак не могу заставить себя поехать опять в представительство Датакам. Нужно менять карту памяти. Там две карты памяти на 128 гигабайт. И мне сказал мастер или приемщик, что вся проблема в видеорегистраторе — это с бракованной картой памяти. Но она стоит дорого, поэтому надо будет ехать и менять ее. Никак не соберусь. Это Акинори пищит. С левой стороны деревня Каиб и деревня Поперечная. Трасса Р-255. Движение по Москве с юга на север и с севера на юг без ускорения, то есть с реальным, где это было возможно, комментарием. Музыка играла в салоне. Временами моментально вошло предупреждение. Опять будет сближение с железной дорогой. Я искал эти участки, чтобы их вырезать, но не нашел, к сожалению, где-то пропустил. Впереди, по ходу, вижу деревню Листвянка. Листвянка есть также на берегу Байкала, потрясающей красоты. Открывается панорама возле Листвянки. Как раз серпантин проходит. И вот внизу городок Листвянка. Очень мне понравился и природа. И, ну, будете проездом через Байкал, увидите сами. Так, с правой стороны река Сосновка и река Гохоли. Ну вот, вплотную приблизились к железной дороге. Примерно километра полтора-два будем двигаться на расстоянии примерно метров 200-300 от железки. Потом наши пути опять разойдутся.
Напомню, что начиная с пригорода Кемерово, видео оставили без ускорения, с реальным аудио. Это в память, что я вот могу сделать о той страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. С правой стороны деревня Опарина, и далеко впереди река Савиха, там же деревня Чаще. Левый поворот – это населенному пункту Верхний Мостовинский, там же река Межовка, недалеко. Река Мостовая и река Межовка. Правый поворот. Станция Шишина на железной дороге. Там же населенный пункт Комсомольский и река Тайменка. Впереди по ходу Симанова. И там же поворот. За Симанова правый поворот. Поселок Ключевой, река Сосновка. Пока никаких примечательных мест, к чему привязаться, не вижу. Справа по ходу Рассвет, населенный пункт. Довольно крупный.
Ну и с правой стороны Терехина, небольшой населенный пункт. С правой стороны река Усть-Стрелина и деревенька Соломина. Справа по ходу какой-то карьер. Так, с правой стороны далеко Октябрьский поселок. С левой стороны поворот в сторону поселка Зарубино и реки Сосновка. А также ведет населенный пункт Глубокое. Так, с правой стороны город Топки, крупный железнодорожный, ну, средней крупности, средних размеров, узловая станция, река Боец с правой стороны. Впереди слева река Черная опять, река Топкая. Этот город, наверное, не Топки, а Топки. Да, звук здорово раздражает, это пиканье. Как будете смотреть, не знаю. Круговое движение, значит, правый поворот в Топке, левый поворот тоже в Топке. Ну, у нас второй съезд. Совсем близко город Кемерово.
Так, с левой стороны, повторю, река Черная и река Мазуровка. Это с левой стороны. С правой стороны река Смолка первая, затем Смолка вторая. Километра через три. Соседство с железной дорогой произойдет. Железная дорога идет направо, мы повернем влево. Да сколько можно ж тебе пищать-то? Ну, тонкий звук акинории – это превышение скорости, предупреждает. А вот эти вот действующие на нервы – это расположение на полосе. Далеко справа населенный пункт Малый Корчуган и река Листвянка. Ну вот разъехались с железной дорогой. Железная дорога ушла вправо. Мы ушли влево. Метет немного поземка. Температура низкая. С левой стороны река Мазуровка и река Малая Камышная. С правой стороны река Шалома. Так, дорога Р-255, приближаемся к городу Кемерово. Впереди по ходу река Глухая, с левой стороны Ягунова. Да, долго не пользовался акинори, поэтому про настройки забыл. Далеко справа на реке Шалома деревня Унига. Thank you.
Потихоньку начинает смеркаться. Но в Кемерово въедем уже на грани. Хотел бы анонсировать, что остановились на ночевку в гостинице. Это недалеко от вокзала, от железнодорожного вокзала. Вполне комфортные, приемлемые номера. По-моему, по 500 рублей с человека. На сутки двухместный номер, двухкомнатный номер, сутки с человека 500 рублей. В общем, с двоих 1000 рублей. Это примерно раза в три дешевле, чем останавливаться на вокзале в гостинице, при вокзальной гостинице. Гораздо дешевле. Туда можно и пешком пройти. В эту гостиницу. Координаты можете записать. Я думаю, может оказаться полезным. С левой стороны река Удильная. С правой стороны река Березовка. С левой стороны сухая речка, поселок или деревня. С правой стороны, повторю, река Березовка. Потихоньку заканчиваю комментировать. Дальше видео пойдет без ускорения. После развязки. С правой стороны будет река Томь. Ну, а в Кемерово тоже проедем по мосту через реку Томь. Ну и аудио будет оригинальное, то есть то, о чем говорим в салоне автомобиля. Ну все, до следующей серии. Продолжайте смотреть дальше.
Скорее всего. До камеры скорости 500 метров. Максимальная скорость 60 километров.
проспект. Освещением не злоупотребляют. Но к выборам 18-го тоже готовятся. Везде. Плакаты. Yeah.
что такое? Геморрой? До 6. До 6. Вот. Да. Не работают. Брызгал чем-то в машине? Нет. Ничего не жевал? Нет. Запах чего-то такого сладкого. Ну, не курева, а сладкое. Так, ладно, что ж поделать. Поехали на вокзал. Машину оставляем, что ли? Да нет. А что, останемся здесь? Поехали на вокзал. Где здесь? В машине. Зачем? Спать-то. Вдвоем в машине? А как? На вокзале. На сиденье? В смысле? Пойдем, поехали, узнаем хотя бы, что там есть на вокзале. Билеты там. Сейчас отправимся. Завтра, послезавтра. Заходишь левее, вдоль стенки, стенка с правой стороны будет до конца и направо. Вдвоем. Ну, откинуться и все, на вокзале две на скамейках. Там же есть вот эти, как ты говорил? Гостиница? Ну, не гостиница, а вот как в Симферополе. Комната отдыха при вокзале. Ну, это гостиница. А машину где? Оставлять здесь, что ли? Нет, у вокзала. Да разберемся. Фу-ф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 у-
вокзал прямо. Но они в курсе дела или те, кто в курсе дела, их уже нету? Никто не в курсе. Завтра приеду и с самого этого начну. С самого нуля. Что делать, как быть? Надо в страховую ехать, не надо в страховую с стороны вокзал, да? Ну, где-то вот так вот. По местному времени уже слышно. 15? Да, 7. Завтра на утро купить билеты мы не можем, потому что неизвестно, во сколько мы закончим этот. Я подозреваю, что мы купим билеты только на послезавтра на 9:48 по Москве. Сейчас окажется, что на проходящие поезда стоимость билетов 10 тысяч или 10 там 7. Едут они 3 дня. Владивосток, Москва ежедневно ходит. По-моему, даже 2 поезда. Самая низкая цена по качеству.
опять выключил, да? Правда, а ты снял его? Я снял. До камеры скорости 300 метров. Максимальная скорость 60 километров в час. Сейчас.
Да ладно, что возле вокзала бесплатная парковка? По-моему, да. Пойдем? В аэропорт ставим? Ну да. Регистратор тоже. И питание включено. Там нет никаких машинков, что остановится. Ты не слышал, как он это сработал, включился? Да. Видеорегистратор. Нет. А я что-то не обратил внимания. Что, он там писал? Ну да. А, ты его не вытащил из этого. Показывает пробка бордовая. Вечерний. Ну и кто там бежит? Дебил. Может, едет куда-то уже. Да ё-моё, задолбаю, чем эти крестов. Так, вниз я ходил пешком здесь. Твоя? Угу. Блин, летом города прикольно, смотри, сейчас зимой, что, все сыро, там внизу грязно. Я не сходил, штраф оплатить. И магазин хороший там. Купил селедку жирную и сошла все. За один раз. Жители же говорят. Обувь тут с моей стороны. Через
Да я думал, тут заезд есть, там курица встала на проезде, перегородила. Вон выезжает. Сейчас докурю, подожди. Про стоянку спросить у них. Тут все указано. Стоянка бесплатна? Не знаю. У них, наверное, нет стоянки. Если вот это бесплатно, это не их. Что здесь есть? Общее спальное помещение смешанного типа. 3 односпальные кровати. Питание не включено. Нет бесплатной отмены. Вы платите отелю сегодня 350 рублей. Номер эконом-класса. 674 рубля. Стандартный номер 1442. Люкс 2300. Студио 2500. Люкс 2919. Смешанный тип. Что это смешанный тип? 3 кровати, что туда могут еще подселить кого-нибудь. Нет, питание не включено. 3 односпальные кровати, питание не включено, нет бесплатной отмены, вы платите отель сегодня. Что это бесплатная отмена? Ну, что отменили и тебе деньги вернули. Заселение в номер с 12, выезд из номера до 12, 40 номеров. Услуги в отеле, круглосуточная стойка регистрации, зона общественного пользования с кондиционированием, трансфер из аэропорта платный, завтрак в номер, свадебный люкс, выделенные зоны для курения, факс, ксерокс, доступ в интернет в отеле, прачечное курение запрещено. Все, надо идти, потому что, пап, мне еще нужно успеть позвонить в Москву.